И мы приехали, нас позвали в гости. Пошли покажем второй этаж. Ага, вы нас позвали, чтобы нам все вместе было, тебе страшно. Что на нас сейчас кто-нибудь нападет. Выбрались. Буддийский храм. Но... среди сербской деревни. Ключ не от этого домика. В смысле, от этого? От этого домика. Так примерно выглядит вторник. В Пазове все заставлено ведрами. Но и не только в Пазове. Как мы с тобой смотрели, что во многих странах раз в неделю вывозят в загородных домах мусор. У нас начался обзор местных деревень, и мы приехали, нас позвали в гости в Бершку. Бешка, не совсем без Бешка. Р. Нет, это не Бешка, Чертановцы. А, Чертановцы. Чертаново. Наш хозяин дома Эмиль, ну, хозяин же. Но у вас дом такой, более как бы привычный, когда стоит отдельно дом, есть придомовая такая зона. А у нас дома все натыканы впритык, прям стена к стене. У вас участок сколько примерно, соток? У нас маленький. Нет, там еще сзади. Ну, у нас, вообще у нас не маленький. Ну, у нас он маленький по это. Причине того, что он отдал шпира, вот эту часть, ну, да, с вишней. Да, там же не выращивают какие-то. А так это участок-то. Шливы. А здесь можно ходить, а то мы что-нибудь посадки какие-нибудь затопчем? Бетоном залить. Бетоном? Бассейн будет стоять такой. Ага. Ну, там в гараже сложен. А это уже соседский участок? Ну, это ее брат, он сказал. То дом это брат. А до дома это все наше. Типа. До дома все наше. Отлично. Ну, у вас вон даже тот лук растет какой-то, чеснок. Мальчик там идет. Да. Люк и белелюк. Так у нас мангальная зона. Смотри, какая мангальная зона есть. Прикольно. А у нас нету. Она еще не доделана. Она хочет стенку доложить. Вот здесь у меня там в гараже стоит вертел большой. С электроприводом. И можно барана жарить. Они круто. Показывали, барана здесь жарили. Не, вообще классно. С учетом... Ну, вот, конечно, минус удаленности от станции. А дом какой площади получается? Да 80. 80 метров? Он не сильно большой. Так что вот есть варианты. Как оказывается. А внизу это типа гараж? Гаража начнем? Не, ну просто я смотрю, как бы они же там любят гараж, это. Да, и печка стоит. Я сразу с техническими вопросами. Отопление какое? Древяное, сказали, что. А, древяное? Во, заодно сразу и узнаем. То есть дровами топитесь? Вертел это в этот самый, в мангал. Да. Вот скважинный насос. В смысле, насос погружен, это цилиндр, наполняется, это... Ну, это горячая вода. Да, бойлер электрический. Горячая вода электрическая. Да. А печка правильная. Вот, сразу тогда у нас вопрос. Мы все время ходили и ворчали, а вот сколько надо подкидывать дров, чтобы ночью было тепло? Или ночью надо вставать и подкидывать? Нет, я перед ночью протапливаю, и все, у нас теплые полы просто. У нас электрические? Нет, теплые полы их греют, у нас не радиаторы стоят. То есть у нас плита нагрелась. Я понял. И но теплый, и, теплый... и день мы днем мы не греем. Это мы сегодня просто для вас решили. Мы не мерзлявые в целом. Не, ну просто, чтобы показать. Хорошо. Сколько времени протопить и сколько дров надо? Первый раз я целые сутки протапливал. Сейчас я только перед ночью где-то часов 8 спускаюсь. И до 10, там до 11 я топлю. То есть дрова заказывали уже, да? Вот это куб. Нет, ну там.
Куб вот был. Это куб? Да. Так мало? Ну, чуть-чуть меньше, чуть больше было, я уже потратил. Вот. Вот куба мне на месяц хватило, на самый холодный. И сколько стоит куб? 10 тысяч. Динаров. Динаров. Это с доставкой или у них доставка считается один? Доставка. Это они привезли, попилили. А, то есть они прямо на месте пилили? Да. Просто, ну, просто привезли они бревно? У него рамка такая, метр на метр. Он мне ее бревно засовывал, метровую. А. Так засунул, засунул, говорит, вот, все, видишь, метр, все. Понятно. И потом ее пилить, как тебе нужно. А, у нас просто рядом со станцией стоят, тоже продают дрова, и у них уже просто напилено. Купил здесь у парня. Новый скот. Он его за 600 купил, мне за 300 продал. Он срочно скатал. Это какая валюта была? Евро? Евро, да. Ну, это скот. А на верхнем Ларсе, наверное, можно было бесплатно подобрать. Тащить только было неудобно. Нет, это классно. О, сын мой пришел. А мы тебя видели, видимо, да? Да. Ну там как бы чуть короче пути. По нему. Просто мы в машине не поместились. Привет. Здравствуйте. Ксюша. Сергей. Привет, вас здравствуйте. Сколько ты до школы ходишь? Нет. Пешком? Не знаю, 20 минут. 20 минут? Да. У нас школа ближе, конечно, находится. Пошли дом смотреть. Пошли, мы тебе твой дом покажем. Никогда не был. Никогда не был? Да. Счетчик электрический. Раз в месяц сам мужик приходит и переписывает. А, ну у нас тоже, мы просто закрыли калитку, потому что у нас пас ходит. А так они ходили тоже, все сами переписывали. Ну, на кот. А кот выйдет? Нет, кот не выйдет. Не выйдет? Боится? Он всю жизнь в квартире прожил. Ну, у нас наши тоже были всю жизнь в квартире, а потом как поняли, что можно выйти. Привет. Здрасте. Я Маша. Сергей и Ксюша. Сашка сейчас там поболтает по телефону и придет. Куда бросить куртку? Давай, здесь подержу. Ксюш, дай куртку. Я так понимаю, она хотела сдавать этот дом. Здесь вот на Новый год она кому-то сдавала, то есть она такая. Можем мы вас поснимаем? Ой, я тут у меня подтягиваюсь, ну не знаю. Да ладно, нормально. Мы тут это. Почему? Вы же сами сказали, приезжайте, мы приехали. Не-не, я думала, что этот. А, ну вот, нашел машину. Вообще супер. Какой вид у нас? Здесь ночью красиво, днем красиво. Да. Теплые полы, это, конечно, круто. Да. А это, да, это стреляете в тех, кто приходит электричество? Да. Проверять. Ну тогда калитку нельзя закрывать, да? У вас здесь даже, смотри, какой-то арт висит. 93-й год. Вот все-таки теплый пол, это красота. Пришел, сразу тепло. А ты кошек давно не видел? Да. Пошли. Пошли, покажем второй этаж. О боже, вон там и лестница. Ну, лесенка, да, такая. Коту нравится. Коту понятно. Сверху садится и в окно смотрит. А, тут даже можешь это нападать, если что. Да. Оборона. Тут чаще всего подходит. Ух ты, у вас прям здесь три комнаты даже. Это чья? Здесь моя комната. Здесь моя кровать, здесь и вторая кровать. Даже тут есть туалет, с которым можно выйти в комнату родителей. А, то есть туалет проходной? Нарния какая-то. Да. Так, комната, смотрите. Две кровати. Большое окно. Кровать. Здесь вот уже крыша. Также при этой комнате... Ой, подожди, я так не успеваю за тобой бегать. Так, раковина. О, кот. Комната родителей. Ух ты, смотри, какая у них огромная кровать. Да. Ну что, все компактненько. Дверь. Также здесь прикол в том, что каждая дверь открывается одним ключом. Вот, у нас такая же история. Например, оставляешь всегда ключ, закрываешься, вытаскиваешь ключи свои, сидишь там, что-то делаешь, делаешь, и вдруг кто-то с таким же ключом подходит. А, и все, и тебя раскрыли. Да, дверь побита. Ну, бывает, что... Вот. Кот бросался. Здесь у нас... Гостевая? Нет. Здесь у нас просто склад, кладовка. И что, здесь нет света. Ну,
теоретически можно поставить. Но смотри, здесь прям можно кого-то положить. Уложить? Ну, вдруг кто приедет поспать. А это вот здесь, два туалета у вас на втором этаже, обалдеть. Да. Здесь спальный кабинет. Тут в туалете находится сам туалет, раковина, душ. А душ на унитазе такой? А, такой компактный. Да, то есть вон сам. Кстати, я такие и в Турции видел. Ну да. Что прям, ну, когда сюда приехали, конечно, в шоке. Такое бывает. Было непривычно просто. Ну, привыкли. Ну, я вам так скажу, с учетом вашей стоимости аренды, в принципе, и теплые полы достаточно прилично. Чего нет-то? Если бы радиаторы были, то, наверное, с отоплением тяжело было. При том, что у вас два санузла на втором этаже, как бы там ни было. У нас вот один. Ну, зачем они? Лучше бы они один нормальный сделали. Но она вроде говорит, что она хочет здесь. Ну, так как они же тут цеплялись, видимо, за количество комнат, поэтому компактные. Вот, правда, шматье особо некуда, да? Шкафов нету? Не, можно обычно шкаф. А, ну тебе тумбочка хватает? Да. Ну, мамам обычно не хватает тумбочки, у них им надо шкафы. Ну, тут шкаф. Маленький шкаф. Но мы, как бы, мы надеемся, что мы здесь временно, поэтому стараемся не обзаводиться шматьем. Это правильно. Ну и что, идем мы, туман? А, да. Туман... А, идешь туман и падаешь? Угу. Ну да, прям тут резко. Мы здесь будем спускаться? Да. Симпатично. Здесь быстро можно. А, у вас прям тут река прям. Это вот заповедник. Да, это не остров Качан? Такой островок еще впереди. Что отсюда видно? Прямо там и будет железная дорога под 10. Не вижу дорогу. Вон. То есть белая. Там, где белая? Да. Сейчас туда пойдем. А, все, понял. На повороте. А я туда вдаль смотрю. Блин, скоро станет все зеленое вообще. Красота. Красота. Мы внизу ходили, там уже. Там периодически воняет, то ли кабанами, то ли медведями. Ну вы здесь спускались или? Да. Там тропинка. Там вот так вот слишком, там очень. Там людей нет, никого нет, идешь. А тропинки есть, по которой ходят? Да, ну там на квадриках катаются. О, русский, да. А русские уже там все синие такие, закаленные. Я его проверяю, все время. А, и проверяют тебя? Да. На силу? Да, на закаление. А на закаленность как, обливают холодной водой, что ли? Так в России типа же морозы. Они просто туалет тащат и руку под холодной водой. Ну этого не делай. Я типа. Ну в туалет тащат, это как бы, ты же особо не сопротивляешься, или если что-то им там наваляешь? Ну только сегодня было. А, сегодня было? Да. О, пас какой-то бежит. Где? Куда ты бежишь? Радуется что-то. Хвостом машет. Ты же охранять должен сливы свои. А, ну если мы в туннель идем, размер туннеля, значит. Да? Да, нет? Это даже большая буква F89 написано. Я ни разу не видел, ты видел? Не обращал внимания. Ну, может, это не F, это, может, значок диаметра? Ну, я думаю, диаметр 89, ну, труба. Ну, 89... Это что-то F89. Ну, то есть это не диаметр? Туннель-то большой? Вы его насквозь проходили? А, темно там? Да. А, вы нас позвали, чтобы нам все вместе было, тебе страшно. Правильно. А то мы ходили тогда в туннеле, тоже было страшно. Кстати, а мы ведь все не учли, то, что там может быть утечка газа какого-то там. Утечка газа проветрится. Это как мы тем более никто не курит. Если ты не будешь курить, то мы не взорвемся. Жалко, я как раз курю. Ты как раз куришь, слушай, какая у тебя замечательная школа. И куришь, и пиво пьешь. Да. Это они тебе сегодня руку-то в холодную воду окунали, чтобы ты не пил или не курил? Или они хотели, чтобы ты поделился? Говорит, дай нам тоже пиво. Нас все тут... Ну и правильно. Надо было, чтобы я первый пошел, Саша.
Ну ты же уже не пошел. Это старая железная дорога. Где? Это вот раньше была. А, вот здесь? На какие годы. А рельсы сперли? Ну, брали. Забор там где-то. Гатушка, да? Мурашки это все время от фантазии. Насмотрелись всяких фильмов ужасов. А давай фантазировать, да, Саш? Да. Что на нас сейчас кто-нибудь нападет. Хотя, может быть, там живет белый медведь. У вас, ты чего говорите, кабанами пахнет? Но они же где-то ныкаются. И тем более, если километровый туннель. А причем местные даже не знают про него. Вот парень живет рядом с ним, с одноклассником. Он не знал, что здесь туннель есть. Он говорит, а зачем мне этот туннель? Ксюша, так ты телефон, фонарик включи. Иди к маньякам. Какой сразу? Я темноты боюсь. Я темноту не боюсь. Да, забирай. Вылетит сейчас черный туман. Черный дым. Следы от шпалок. Ну мы в Петровородине тоже, вот там два туннеля, из одного люди вышли, а во второй мы не пошли, хотя там тоже. Странно, а здесь как он, где-то есть просвет? Ну если туннель километр, как ты думаешь? Ну, влажно здесь, вот он, грибок же виден пора. Группа на рукаве, но я, правда, о другом подумал. Это мы идем по туннелю. Выбрались. Так он теплый отсюда задувает, а пока он через туннель пройдет, он уже холодный выходит. Выбрались. Да, все-таки фантазия у подростков такая позитивная. Сразу выжили от ядерной войны. Нет, это, конечно, хорошо. А сколько мы выживали? Несколько лет? Да, сколько мы выживали? Да, мы же ушли. Пока шли? 10 лет? 10 лет. Туннель. Кортановцы. Протяженность 653 метра. Чертановцы. Чертановцы. Да, 653 метра. Казалось, прям шли. А, вот мы пришли. Это железная дорога? Ну и чего, куда дальше? Куда наехать? Ой. Давайте Баптистскую церковь. И следующая локация. Баптистскую церковь? Старый туннель. Новый туннель. Канал? А нависат в ту сторону? И среди этих недоделанных, незаконченных строений где-то местами, как всегда, прогибается уже черепица, стоит свеженькая вышка, покрашенная. Ну, все домой, все аккуратненько. Здесь, по слухам, говорят, что ловят 5G. Не 6? Нет, 5. Я думал, Сербия впереди планеты всей. Здесь что-то заброшенное, здесь что-то провисло. Ну, все время что-то заброшенное, что-то надо отправить. Да это везде. Нет, хватает.
Не, они все заброшены. Да, если в ту сторону к станции, там прям много заброшенных. То есть здесь аренда, наверное, вообще ноль стоит? Можно прям заехать. Еще доплачивают. Там где-то снятые рамы даже. У нас половина там. То есть мародерство присутствует? Может, сами. Вон, роль ставни можно снять. Ну вот, почему-то вот по этой стороне очень много там. Ну вот, еще шарики есть. Можно их забрать. Ну потому что 5G вышку поставили, они и съехали. Ты же заходишь с вышкой 5G жить. Что? Я уже рвалось и все сломалось. Ты что же все сразу катаклизм-то какой-то? Ядерная война или все взорвалось? Это обязательно. Дети, что у вас за представление о жизни? Солнце светит, небо голубое, смотри, погода какая. Вот опять старый автомобиль Застана, которая похожа на какую-то Таврию или Гольф первый. Вон здесь даже пляж есть, смотри, бич. А вы на биче были? А, мы сейчас пойдем? А, это пляж, который на реке? Вон, смотри, как высоко дома у них стоят. Вот окно заложили на втором этаже, явно живут на первом. Ну не знаю, здесь как-то все закрыто, что мне кажется, здесь уже никто не живет. Вот пассаж. А, лабрадорыш. Лабрадор другой породы. Лабрадор другой породы? Это как? Прекрасное детское представление о лабрадорах. А здесь смотри, вообще какие балюстрады бетонные. Ну, нормально. Вон на Маш отбежал куда вдаль. А мы дошли до футбольной площадки местной. ФК, ЧСКА, чертановцы. Жарко. Чертаново. Да, и вот мы в Чертаново. Сербская Чертаново. Ой, смотри, здесь даже кафе. Тайм-аут. Я здесь на горе. Я главный. Здесь хозяин, чертанов. Чего вы? Ну, подождет его что-то. Да, красотища. Он сюда не ходил еще. Так ну, давайте знаешь, подождем его. Чего бежать? Такой волосатый. Я его не вижу. Ой. Можно устроить выставку из автомобилей. Они какие-то все одинаковые, не? Ну да. Это знаешь, это типа одна сломалась, у второй деталь взял. Да. Вот впереди флаги. А, вот флаг. Но прям прогуливаясь вот по вашей деревне, ощущаешь, что у нас прям совсем не деревня. Здесь прям деревня-деревня. Не, ну помимо того, что вообще вот так вот безлюдно. Какое вон цветение. Продают участок. Сейл. Все заборы и сеточки. Я думал, лето поменять. Какие татуировки? Нет, ладно. Так, а внутрь нельзя заходить или что? Ну, можно, это открыто, но приходите, как приходилось. Ну, мы видели отсюда человек 30 русских. Вот. Ребят мало. Запретов никаких не видать. Здраво. А вы по-русски говорите? Да. А можно здесь походить, посмотреть? А, вы сами прошли, что ли? Мы думали, чтобы как бы... Я в гости заехал, посмотрите. А. И мы тоже в гости зашли. О, Будда. О, колокольчик. Надо вот так молиться или по-другому надо? Ну, я же не буддист, я не знаю. Буддийский храм. Ну, среди сербской деревни. Да, в какой-то прям совсем. Удивительно. А там он путь к просветлению. Могли ли вы ожидать встретить Будду? Прочитай вот my heart. А я не понимаю, что за второе слово. Чувствую. My heart, juice, sing.
The four noble truths was liberated from the habitual formation of sensuality, becoming all and ignorance. Будда. Блин, какое вы подобрали слова, которые самые неходовые. Ботаники, смотрим, какое безумное количество клопов красных. А мы от буддийского храма двинулись какими-то окольными тропами через заброшенные дома. Смотрите, какое белое-белое дерево. Рядом недостроенный дом. Вообще, прям вообще белейший. Красотища. И отсюда проглядывается река Дунай. Идем, идем. Впереди, правда, заборчик. Мы его сейчас обойдем. Понятно. Короткий путь. Спасибо. Это... Да. А, тропинка. Спускаемся к реке, правильно же? Да, тут ступеньки спускайся. Спуск. Небольшой экстрим. Я помню, как мы в Дагестане спускались, все время скользили. Я как-то в магазине большом стоял, а я туалетную бумагу выбирал. Так здесь ступенечки. Так можно говорить? Да, чего нет? Если что, Сашка вырежет, она цензор. Мама, осторожно. Я осторожно. Давай руку, я буду тебя держать. А зачем? Здесь нормально. Чтоб ты не падала. Даже путешественница, а почему? Как называют? Дура или Даша? Даша дура, путешественница? Кошмар какой. А, Дора. О боже, ровная дорога. А где тут? Мы сократили километров 20, наверное. А где мой сачок? А где карта? Карта. Можем здесь срезать? Идем вниз. Ну здесь что-то веток много. Тут слишком много мусора. Да, есть такое. По дороге наткнулись мы здесь на заброшенный родник. Написано Казарица. Казарица. Не надо, не надо. И пошла. Но, как говорят, что как построили новую железную дорогу, он перестал здесь. Я тут подостал, отстал, пока снимал засохший родник. Все уже ушли. Здесь вот новый тоннель начинается. Там тоже темень? А, нет, он короткий. А, здорово. Ксюша, ты меня слышишь? А я тебя, да. А? Эхо нету, жаль. Че, вы меня ждете, что ли? Да. Я бы вас нашел. Как они сюда добираются? У нас есть вода. Не, спасибо. Ксюш, подойди сюда. Еще другая тропа, это она идет раз в желобрию.
Вот туда, если пойти, там лес. Чем дальше, тем страшнее. И на соседней доске объявлений можно козий сыр, млеко, сурутка. Здесь номер телефона. Видимо, продают только тем, кто мимо проходит. Да. Вот работники сидят, можно прикупить. Бициклица станица. Байсикл стейшн. Спустились поближе к Дунаю, здесь уже прям какие-то кемпинги даже встречаются. А что у них там на втором этаже нарисовано? У них здесь какие-то пати проходят? Это как будто ресторанчик какой-то, да? Ну, я его не видел, чтобы он работал. Наверное, ну, не работал, я думаю, во время, когда будет тепло, они тут и лодки все перевернут, на воду поставят. Здесь будет туристическое место. Популярная. Будут приезжать на яхтах, Абрамовичи всякие. Абрамович, конечно, сразу приплывет. Скажет, Сербия, да? Братья. Да. Вот коды. Сома, что такое коды? Дом? Нет, куча. Дом это куча. А там внутри Сома, там рыбак живет. Какой-то. Работает? Да. На конкретный яхт. Очень красиво. Чистая вода. Нет, внутри она вся такая же темная. Ну вот смотри, какая лодка со стулом. Какая кристально чистая вода. Спасибо. Видна каждая рыбка. Ну это же река. Она течет. Там поднимается какое-то, вон, видишь, глиняное дно, поэтому она и такого цвета. Прямо на берегу стоит такой домик. Дверь открыта, непонятно, заброшенный он, не заброшенный, или будет он в сезон концентрировать. А может и нет. А рядом вот домик свеженький. Ну, по крайней мере, он покрашенный. Ничего не добавляется. Да, мы посмотрели. Ну как начали смотреть, потом, конечно, это уже интересно было, но на инерции. Последние сезоны два года. 10-й и 11-й были очень вкусные. Она сейчас будет туда. Да, было интересно. А это, видимо, был плавучий домик, судя по тому, на чем он стоит. Другого персонажа. А здесь опять какие-то начинания причала были. Но все в начинаниях закончилось. Что-то тут было? Нет, здесь хотели построить причал. А может, он и был здесь? Нет, нет? Его не было. Это только это Дунай? Только постройка. Или Сава? Какой милый домик рыбака, посмотрите. Смотри, какое милое дерево. Нет, милый домик. Добро дошли. Солнышко светит. Посмотрите, как красиво. Дунай. Дунав. А Сигуранье. По ступенькам мне интересно. Я в детстве великие люди были. Можно прописаться. Овдес убили, ели и пили. Били. Владимир Горбич. Владика Васильевича. Влад Васильевич. И усатый таракан. Надо же разбить, наверное. Ну, конечно, иначе как это целое стекло. Надо разбить. Да. Запишите свои имена, у вас как раз есть 4000 подписчиков. Мы, в принципе, заметили. Игорь. Были, ели, пили. А, это сколы же? Я со спрайтом, сколы что-то так сладко. Здесь местами даже что-то либо обмелело, судя по лужице, либо просто на зиму. Лодки скинули на берег. Да, погодка хорошая, место здесь прикольное. НП Фрушка гора. Это здесь. Ну, для красоты. Какие-то вот домики. Так. А-ля мангальные шлизоны. А там можно. Нет. Это, наверное, сдается сам дом. А здесь зона для приготовления шашлыка и всякого.
Так приезжайте в гости. Очень, да, очень так душевненько. У них собака в доме живет. И в хорошую погоду вообще красота. Гамак даже есть, правда, он мальца продырявленный. У него собака небольшая, но она вот сюда, когда я приходил, она все время лаяла меня. Ему нравилось это. Не, у нас собака не лает. Только если кто-то за забором, тогда она защищает. А если на территории, то нет. А это что такое, шезлонг, что ли? Да, шезлонг. Или это такой стол? Не советую вам эта лодка садиться. Далеко не уплывете. А ты тоже справишься? Ничего. А почему вы не поплывете? А у вас сигареты нет? Сигарета? Привычка. Ключ не от этого домика. В смысле, от этого? От этого домика? Сейчас оттуда вылез, это кровный таракан. О, кофе, кафе приготовь сразу. Наверху кровать. Мы решили записаться, то, что мы здесь будем. Там кровать наверху, пап. Они нам потом будут гадости писать. Про что? А как тут написать-то? Тут не только сверху, если... Она не вытаскивается. Тут она уже... кнопками прижата. Чертановский пляж. А там машина своя стоит. А что, вход на пляж платный, что ли? Там какая-то палатка нет, стоит. Ксюша, не надо. Не, ну вот будка. Явно там какую-то плату за что-то берут. Мороженое. Мороженое продавали? Что тут написано? Пустая палатка. Ну, он, по-моему, 80. Плажа Чертановцы. Да, Чертановцы. Кто знает, здесь купаются вообще? Ну, да. Нам просто как-то писали, что в Дунае не купаются. Я не знаю, купаются или нет. Куда, может, приезжают на пикники? На пикники явно тут приезжают. Вот даже следы от пикников есть. Ну, на лодках куда-то плавают. Они опять шагов не пошли, что выбросить. Вот это они гении, конечно. Так это пляж не настоящий, что ли? В плане это декорация? Здесь, смотри, даже камера вон крутится. Зачем тут камера? А чего она крутится? Смотришь, чтобы никто не утонул? Да. Я подошел, она отвернулась. Ты что? Стыдно стало? Видел, я думаю, что это? Это, оказывается, название фильма. «Варливое лето», 68. Кто смотрел? Кому понравилось? Это сцена из фильма. А, здесь везде сцены из фильма понаклеены, да? Ага. А вон еще домик какой-то зеленый. Сцена из фильма. Голожопые дети. Все пять кадров из фильма есть на этом пляже. А здесь домик на решеточке. Здесь какие-то старые лодки, корабли.
Здесь домик на решетке. Уже не такой гостеприимный. Не такой гостеприимный. Может, это будка какая-то? Смотри, какие корни. Причалы, причалы. Это трава? Лёнь, ты что, это зеркало не горвали? Да, у меня. Не, мы как-то проходили за женщиной. Ну вот она натерла и все законсервировала, говорит, все, больше не работаем. А блин, я рыбку хотел посмотреть. Кот сама не работает. Рыбы не мявкают и не гавкают. Зато какие дети. Нет, рыба. Ну это может быть выходные были? Нет, он это такой четвертый, да? Ты не кот. И мы снова на станции Бешка. Здесь вообще ни души. И там мы ходили по туннелям. Мы так резко разбежались, что мы даже не успели попрощаться. И как бы просто мы шли, и у нас электричка в 17:47, нам еще с Ксюшей на танцы. Да, спасибо Маше, Эмилю и Лене за гостеприимство. Приезжайте к нам в гости, классно погуляли, да, полазили. Хорошие у них места. Единственное, конечно, ну, с учетом стоимости жилья, у них удаленность от всей вот цивилизации, даже до станции далековато. Но нас подвез очень милый дед. Да, и так как мы шли ко времени, Леонид поймал автомобиль, к дедушке нас закинул, и я даже просто опешил, и поэтому мы даже не успели с ними попрощаться, и они нам не сказали ни пока ничего. Все, до новых встреч, пока, езжайте. Пока мы встретили машину здесь, в Бешке, садитесь в нее и езжайте до станции, а то идти нам было бы 4 километра. И пока мы ехали, дедушка нам рассказывал, как долго идти через поле. Да, что через поле километр можно сократить, а по асфальту 4 километра идти. Польский путь. Я сначала думаю, что за польский путь? А это путь по полю. Все, до новых встреч. Ставьте нам колокольчики, лайки, если вам не сложно. Если сложно, то не ставьте. И до новых встреч. Всем пока. Дочь, скажи пока.